Оперативники уголовного розыска регионального главка проверили пункт приема лома черного и цветного металлов, а также ломбард. Проведена проверка 30 адресов хранения гражданского оружия и 2 юридических лица. За нарушение правил хранения изъято 3 единицы оружия и 5 патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения. По всем выявленным фактам нарушений составлены административные протоколы. В оперативно-профилактическом мероприятии под кодовым названием «Ураган» приняли участие практически все подразделения областного главка. В ходе мероприятия полицейские провели 39 обысков домовладений. В ходе одной из таких проверок полицейские обнаружили у 22-летнего местного жителя, проживающего на улице Автостроителей, вещество наркотического происхождения. В дальнейшем эксперты-криминалисты установили, что это героин. По результатам проведенного исследования принято решение о возбуждении уголовного дела.